Какой круг 10 минут ДРТ? И чё нахуй? Уже 5, блядь. 20 уже минут 5, круг спасибо. Дадим, блядь. Да, надо попробовать. А просто так сидеть нахуй, эту хуйня. Доходите вы, блядь. О, потихоньку и поехали, блядь. Переходите все сразу в 25. Сейчас. Ну, да сейчас. Бан. Да ты сам же можешь Витя перетащить. Я, блядь, сейчас кому-то кряк. Кто там крякает, нахуй? Я вам крякну, нахуй. Сейчас будьте... крякалку, сука, оторву. Будете крякать, нахуй. Это в гостиной ебаной, нахуй. Я ее закрою, нахуй. Удалю, нахуй. Ну, урод. Крякать дома будете. Ну, не то же. Сука. Они, ебать, что, не дома, нахуй, на улице сидят? Нихуя. Я пожрал, короче. Где там водикон? Боди здесь, боди. Так, сейчас. Череп сам. Крестик играем. Он не агрится, этот второй, блять, если крайнего правого агрить. Ну, на всякий случай. А то есть совы с Старфолом. Ну ты, блять. Бищи, блять. Миша, мы работаем! Так, я пуляю. Здорово, Лёх. Лети пока. Так, что там со званиями? Ну-ка посмотрю. Не помню, я писал тебе что-нибудь прикольное. Главное по медицине и продовольствию. Это так, я от балды не ебанул. Подожди, вон звание сибиряк. У кого? В гильдии, я имею в виду. А, на Хэллоу тебе, по-моему, консул, да? Да нет, наверное. Не, по-моему... Ну, по-моему, был консул, но... Да. Я просто когда увидел шамана, думал, что на пале это уже консул. Осуждаю насильное притаскивание 25-ку. Нихуй крякать. Поговори, он сейчас, Витя, паяльник достанет. В око летим? Да. Да. Сейчас договоритесь, я включу своего это Пушкина внутреннего, и вам все будет плохо. Этого нарти можно будет взять. Это, пока там, блядь, ни этого, никого нету. На это пригодится, где он, блядь? А, Каражан. Кого-то хотите взять? Пригодится на Келе, может быть. Кто? Нарти, друид. Так у нас Смитфокс есть. Ну, сей побьет. Я в шоке буду бить. Так, на арте ничего не дадим. Ебать, ты хилишь. Ебать, ты хилишь, конечно. Вау. Кому? Тебе, кому еще? А что такое? Я ж ты всех обогнал, даже меня, видишь, меня там. Да я вижу, как вы хилите, блять, ревностный сработал. Блять, тебя там пробивают, как не в себе. Если что, ты под КГД под молитвой восстановления сидишь. Да, Тимача. Слава, ну что ты купил? Кого? Star Wars. Нет. Я... Куда идем? Ока? Да. Я буду ждать взлома, наверное, хули. Там может где-то пылить. Ну там дымово, там долго ждать придется. Да похуй. Я думаю, ну, мне не к спеху, типа, сейчас... У меня вон, видишь, блять, с гильдии хватает дохуя дел, блять. Ну да, теперь два артела у тебя. Мне сейчас подразвить ту тему, чтобы там какие-то РЛы появились тоже. Подраздуплить, да. Там диспел, блядь. Полегче, может, будет. Первый смот... Вот он, Войд, блядь. Инрапа закиньте. Слов. Я вообще думаю... Вот... И хули, скоро игрофильм будет, может, через недельку. Я посмотрю и все, сюжет. А как уж там геймплей, боевка, вот это все, обзор какой-нибудь посмотрю.
Ну если охуенно будет, то подожду защиту. А так прям, не знаю, не настолько, блядь, да и времени ж нету. Что за диплей? Я больше жду, знаешь, какую хуйню? Я жду про горло монаху. Ёбаный, я горлом. Прям, ну нихуя, представь, какая хуйня за этого пидора побегла. Нихуя там призван не... Там же, вот помнишь, он же в фильме был, то такой злой, то типа добрый, блядь, кроликов он приносил. Вдвоение личности. Да-да-да, шиза, блядь. А чё это же он бурю исцеления больше, чем у любящих ты, ну как, или хилой? Потому что ЖПшник, наверное. Я подожду. Диспель. Да я диспель, это мордаунт опять ничего не делает. Не работает. Чё там? Че, мы кружок дадим минус 4 пока, или что, не знаю, дать кружок, да, пока заходят люди? Не. Ну, давай потрешу дадим бидон, 3 слота. Ну это точно на минус, потому что если у него ШП. Да больше дам. Не, блин. У тебя 25. Я больше вас дам, нахуй. Так ты там эту... Так, отказываем. Хули ты там, блядь? Даже раса вам не поможет никакая босса, да? О, воронга. Никакая. Ну, что, будет передамажить твоя сова моего мага? Доживем, нахуй, в равный шмот оденемся. Мою сову не передамажит, так что... Передамажит. Ну там, да, там такая сова, что уже никого не передамажит. Даже мамбара не передамажит уже. Чё, блядь, ебашим, чё вы там, где? Почему у нас в лиде вагон? На сове, на сове. Стан диспел. Кто-то покашет. Мордаун, где щитки? Я смотрю жестко BDSM гей-порно с белыми неграми. Сука. Понимаю. Дурачок, блядь. Так смысл, там же, вы меня прервали, там такое диалоговое окно было охуительное. Я вахну. Мне кажется, надо запретить гей-пропаганду, нахуй. Ну-ка, давай. Говорит такой, хватит, нахуй, блядь, гей-пропаганды. У меня там белые не только ладошки. Сука. Запрет пропаганды ЛГБТ, блядь. Сейчас забаню, нахуй. Это называется мут дать. Да, Стелси, а ты будешь хулиан забирать? Пошли, пока Салара. Людей нету, туда трэш до соляра почистим. Хоть на трэш, только драконов не спульте, блядь, ёп. Это, не спульте, нахуй, не видно? Так нам же и драконов надо убивать. Но просто сейчас этот, не знаю, как совы... Войду закинет воронку. Он закинул. У сов сработает, уйдите, блядь. У сов сработает звездопад на эту хуйню, санцепад на эту хуйню, блядь. На босса он на Лара запустит. Или нет? Короче, лока нет, не проебитесь. Сейчас проверим. Где там бровист? Я, блядь, смотри. Смотри, я на одной ноге стою. Я себе ренджа, блядь. Чё вы делаете, блядь? Чё ты? Проходите, я их подержу пока. Так мы сейчас рядом пройдем. Блядь, не люблю щиты в комбат вошел. Ой, бомжина. Ой, холидринг. Хорош. А нету этого... Заходите, да, все, варлока нет. Варлока нет. Ну, да. Давай, чё, блядь, мы падаем как дауны или чё? Да, падаем как дауны. Вот не люблю, что ты сдох, это хуйня ты выделась, блядь. А, нет, за мной идет. Я имею в виду, что давай возле робота, сюда, возле соляры, чё, блядь, кто-то запулил туда, что ли, вы чё? Чё за хуйня? Кто-то запулил туда. Охуеть, и вы аккуратно, танк один сейчас. А чё мы его просто не зальём, потому что мы всё равно сегодня убивать этой страж. Ну, понятно. Отходи, блядь. Я говорю, кружок дать, обновить, блядь, и потом уже идти, сука. Сейчас 3 слота пока. Ну, хотите? Типа один... Хотите, не надо, блядь, похуй. Пошли, да, тогда. Я спрашиваю. Я говорю, три слота нету сейчас, блядь. Давайте, не ебланим, нахуй. Пробегаем, блядь, чтоб не сагрить этих куриц ебучих. Вообще-то потом... это дракон, да, величество. Да, мы, в принципе, можем просто кружок дать и... Я, блядь, про это уже тысячу раз сказал. Мы кружок сейчас дадим. Глянем, если как раз к концу круга люди соберутся, можно и не обновлять уже. Да не, обновить надо.
Хули там, ну, трэш на соляру делать. И так убьем так-то. Трэш бить недолго. Но если, блять, ну если у вас воронок не надо вам, не значит, что остальным не надо. Попалнет? Надо воронки. Так. Рибу поставил. Слушайте, я вижу какой-то диссонанс. Там бидон 278, он что, волонир снял? Наконец-то! Победа! Только не с пульти там ничего. А что он взял себе в руки? Тереноску. А уже в любом случае или этот планир. Травму. Толстый мужской. Че, мы погнали ебашить? А потом травма детская, понимаете, да? Травма детская. Значит, планира? Так, напоминаю, танк один, танк диспелить сразу. Похните стай, пожалуйста, танк. Мы сейчас замучим себе. Ай, сука. Ты давай там щитуй пиво. Пиво. Щитуй пиво. Мы их я дико флекся. На, хиди, я тебе сказал. Почти кап собрал и войден с этим дебафом. Тот шел в ТЛК и здесь за ИСОКа. ИСОК у тебя вышло? Ну, вообще, если без вот этого дебафа, у меня 133% под щитом. Без щита 103. Там легионер в пачке. Тоже, блять, подтягивать через пару месяцев все танков нахуй. Че показатель блокировать? Что? Через пару месяцев танков? Ну, спасибо. Он тебя декапал гильдии, могу декашники одевать вам. Я вообще 47% без пита. Питом 77. У нас пол пачку можно разворачивать. Да, пофигу уже демонстрятору. Трэш чистим, да и можем соляру убить, можем этого петуха. Ну, ну раз на соляру идем, пускай идут сюда. Петух успеется. Потом петух, робот и этот. В смысле, там и фолиант лежит. Лежать, фолиант мой. Проблема только в том, что у нас варлока нет. Да и хуй найдем. Ну пусть летят, пока трэш чистим. Я фолиант себе забираю, ничего не знаю. Нет, только за их. Зайдите за этим, за угол. Я тебя пейпой все убью. Ты его тоже распылишь? Кого, фолиант? Нет. Нет? Нет, фолиант нужен. А, фолиант нужен. Да, а чего ты с корнем бегаешь? Алло, дурак. Да? А, блять, я пейпой. Забей, это у меня этот... Ну, вчера выяснили, что этот... Там диспел. Еще раз. Сейчас я комнату вижу. Вау. Вороночка. Воронок сыпет. Наверное, надо закругляться, выходить, не вяжет ХД, пойти фармить воронки. Там свет вырубил, что там еще происходит? Я, походу, скорее всего, это отражал нижнюю. Корень прожал. Сейчас запиздишь, что он, видите, паяльник достанет. Остановите, остановите. Делать. Да явно уже. Костя, ты куда? Костя, спаси! Они сейчас же там все сдохнут. На кое было второго пулить? Не знаю. Мордан, ты зубы хочешь отдать? Зубы это как, блядь? Вытащил, отдал, да? Красиво. Так, блядь, у меня КД было, я хотел его увести, сука. Ну ладно. Он тебя переиграл, да? Да. Я одного таунтил, рефлект нажимал, а его полидринк как раз переагрил, и он полидринка плюнул. Этого стаунтил. Рефлект КД. Рефлект. Зато смешно лежит мертвый дух.
чё там, блядь? Понерфили дворфу черного железа, блядь? Не знаю. Ну только эту хуйню там сделали, говорят, о, ебать, все кричат топ-класс, топ-раса или как там, блядь. Нет, там просто 7% ДПС. Понерфили, по-моему, чутка этих блоков, шпашников всяких. Так топ чё, или не надо... топ, блядь? Их надо было нерфить? Не, ну их понерфили в том плане, что сейчас типа эту хрень, ну, нельзя обновлять под конец. И она не сохраняет модификатор. Они обузили доты. Я понял. От расовых обилок. Теперь это понерфили. Ну что, теперь не топ нихуя, да? Нет, оно все так же дает 7% ТП. Опа. Все так же топ. Ты давай в рейд, блядь, пиздуй, заебал. Кто нахуй? Давай, тут надо хилить. Ты что, меня не видишь в рейде? Не вижу. Я дамажу, походу, сегодня. Что ты не видишь? Я уже в крепости бурь. Не вижу. Я понял, блядь. Осуждаю. Пусть знает, где шар этот. У тебя хульдринг есть в воронке? Сколько же выиграл одна? Одна. У тебя одна, у меня две. Всего три, получается, по одному, да? Урджи отдал кому-то? Он мне отдал. Патруль не зацепите. Ого. Вы пока сейчас чистили уже... Уже три штуки выбили? Упало. Я понял, блядь. Ну все, нахуй, твинка делай, блядь. ДЦшника, нахуй, будем тебе 2Т5 открывать, нахуй. Вот тебе какой-то фетиш на ДЦ? Уедешь, нахуй. Не, ну давай без них играть, хули. Цепляй. Не, ну я могу с быстрого старта взять. Не, я не думаю, что это хорошая идея. Вот он предложил тебе Т5. Да-да-да, предложил, сразу же встал. И не только. Че, кого мы сначала? А, соляру. Живи, Костя! Вот 3% авойденса где-то взять. Все это очень интересно, но стоп, у вас хилы мертвые и без маны. Ну вообще-то мы патруль чистили. Есть. Вот будете в этом шипешниках, нахуй, сейчас вот они втроем захилят. Алло? Алло. Хуем полбанин, да вот. А солдата нету? Получается, Заломан чилит? На чилю? На замене, получается? Нихуя себе. Ну, Дарти со свечнем. Никто не чилит. На туре. Ну, получается, чилит. Никто не чилит. Давай, лети пока. Почилим, блядь, на том свете. А хули мне лететь, я сегодня не гад, блядь. Ну так тэпнись. Пара секунд, блядь. Да, ты подлетай, а то сейчас, блядь, мы уже соляр сейчас бить начнем. Ща, я пока ОБС открою. У них на самом деле не такая большая разница по ДПС. Кого? Разница только что Дартис милик, блядь, а Элим это РДД. Заломан еще больше, по-моему, чем он. Ладно, это рофл, все, расслабьтесь, короче. Это не бейте пачку. Патруль, давай поймаем. Патруль бьем. Левого за контроль. Ой-ой-ой. О, все нормально. А че? В смысле? Ну, да, у меня какие-то лаги, а, я понял, 700 пинг. Так просто спросил, как будто. Как будто мы накурились, но... Все нормально, да, как будто мы конченые. Почему как будто бы? Не я сказал. Да, все правильно. Сорян, если кого-то убил. Так их, туда их. Да, его по ханта спас сейчас, нахуй. Повезло ему, пиздец, конечно. Я его спас чисто, блядь, вихрём, нахуй. Друг твой, видишь? КВДшник, блин, надо спасать их.
А то приедет, да? Вот подумал, уже паяльник приближается. Думает, надо вихрь кидать. Хули паяльник, сначала с бюджетной сигары начнем, нахуй. Паяльник, хули вселя. Сейчас треснут. А тут же уже говно трэш. Ну, реснуть-то надо. Ну, реснуть надо. Цены вообще, ребята. Че дартисты? Дартист. Где он там? Пустоверьте? Ну давай, Зломаныч, где ты, блядь? Где-то есть геноны, которые не только. Я только скажи мне, где ты есть. Я уже подъедаю. Тебе пока свично. У нас потому что Миликов перекап, нахуй. Он Вилания призван. Стан диспел. Это очень дохуя Миликов. Блин, ну... Сука, ни одного лока, ни одного мага вроде, пиздец. Да и хуй на них, обоссанные классы, нахуй. Дартис, а тебе что-то надо, например, с этого... Блять, как её зовут? Солярис. Солярис? Да, Солярис. Опа, вороночка, вот она. Подкатила. Дартис, напиши, пожалуйста, если ты меня слышишь. Тебе только скелет в ручку надо. Кому она ещё нужна? А ты её забираешь по приоритету? Там Лёха хотел. Мара. Да не, я уступлю, чё. Давайте посмотрим. У меня по приору, кстати, ниже, наверное. И ПГП. Не, Дартис... у тебя... Дартис выше морали по приоритету. Ну, типа... Ну, Лингрен выше. Ну и свичнем его с морали. Ну, на морали и свичнем, но можно. Лингрен, ты будешь забирать? Да не, я уступлю. Он только что сказал, что уступит. Ну, тогда надо будет его взять в рейд. Но если морали ничего с других боссов не надо, то что там, сука, пиздит? Алло, нахуй. Ну, мораль танчить будет. Трэш на этом. На петухе. Да что так сыпет-то тебе, ёбаный насрал. Я тебе говорю, надо ливать среды и типа ронг-фарм устраивать. Да ты ливнешь, блядь, и будет этот, как у нас. Тан-диспел. Мы там, блядь, сидели, нахуй, за один заход ноль воронок сидим, блядь, такие нормально. А когда 0 за 3 захода. Ну это вообще бичи нахуй. Ну или 7 за один заход. Да. Например. Че, фу, нормально. Да? Все, рыба быстренько, блять. У нас. Не выебайся мне. У нас еще этот, как он за ЗС нахуй. Ты уебался, что это не в ШП? Да, блять. Я уже спекнул. 7 за один заход. Вот там воронки не, у кого? Ну я сворачивался. У тебя сколько воронок? У меня одна. У меня 4. Там у Лёхи ещё одна. О, мне отдал. Мне 3, по-моему, отдал уже. Что? Сейчас Сломаныч добежит, да пулять бы. Рудаун не люблю в эти шипешников. Разбафайте, пожалуйста, 300 бафов. Да. Так, у нас лока нету нахуй, мага нету нахуй. Так, так умираем. Надо короче, смотри, тут самое главное это вынести дебаф с рейда, дебаф гнев астроманта. Вот. На тебя кидается метка, ты выходишь с рейда, тебя подкидывают воздух. Если ты один, то... Короче, все нормально. Если ты кого-нибудь цепанешь, это вайпнет людей. Умирают все, кроме того, кто подкидывается. Ну, там незначительно. Там это все прохиливается, там незначительный урон идет. Дурак, там рода у тебя ФК? Надо прохиливать цели, короче. У меня другой вопрос. Что мы будем делать с пристами? Мордаун-то он... Ой, этого не люблю, сука. И хули. Я не про этих престов, блять. А которые, сука, хилят босса на 10%. Или на сколько там, на 5. Паладины расчехляют покаяние? Не покаяние, или не работает на них? Давай я спекнусь в танка доп. Так а что, на них не работает? У тебя тарелка.
тебя тарелка получается? Не будет сбивать. Притяжка работает на них. Тарелка, да? Должна сбивать. Она сало тарелка дает. Нет. Разве сбивает? Они же сбивает. Сбивает. Сало сбивает. Там сбивает стан. Притяжка, откидывалка и сало. Сало ДКшное, сало паладиновское. Сало варовское, отброска батавария. От удара щитом. Сало, сейчас я сало, да? Классочку дадут? Значит, тогда... В это... Ну я не знаю, так же через звезду, ну ты да тогда их двоих держи, этих петухов. Вот через звезду играем. Ну а на второго чисто, когда звезда упадет быстро, ты уже. Я нашел ответ. У нас есть рога. И что? Ну, рога два коста сбивает. Рога. Потом Диминишн в потому что два. Гауч работает. Хотел сказать. На них покаяние работает на этих мобов. Не надо ничего придумывать, еще раз говорю. Покаяние... Звезда зергается за 7 секунд, за 10, нахуй, это первое. Короче, второе. ОЕшкой заливаем просто в я фокусе, про держите второго. Второго отводит хулидринг, он во втором танке, и дает ему тарелку чисто в каст, и все. Первого звезду убили, играем босса. Задача босса убить, ладно. А не жрецов. Неважно. Все, проверкой будем пытать. От жрецов. Там ассистов забери. Эволу. Да. Ой, это забери ассистов и оставь там мне. Что у нас есть присты в рейде? Уважаемые присты и паладина, почему вас нужно постоянно уговаривать? Спасибо. Мне еще ассиста, да? И лут еще. Глеб, ты что раздаешь? Глеб опять раздает. Куда артисты стоят кулаки? Стояли кулаки. А, он же ушел. Раздаю. Опа. Опа. А там уже поставил кто-то. Я прото, Линдрен, ты шо? Я каски раздал. Каски, Авелания. Кулаки, Эволов, МП5. Эволов уже раздал. Ну и все вот, нахуй, да. Заебись, ну, кайф охуенно, но... блядь. Даю чё. Все, кайф, можно слезть. Вот бы инту маговскую. Славу порвало. Зайдите все в круг. И не выбегайте с лазурной. Тут этого круга не выбегайте. Да, блядь, прилипло на бана. О, аик, блядь. Вовремя глав. Не люблю, выноси. Сейчас только бестолочь. Хм. Почему бестолочь? А, говорю, блядь, вы... Чтобы в ачивках мечтаем. Хукмастер, выноси. О, она что, забагалась, что ли? Бидон. Вот, прислужит. Должна была уже уйти просто вроде. Ну ладно. Первый раз сюда так быстро, долго точнее. Мне обычно наоборот. На себе, блядь. Я понял. Звезду убиваем, потом босс играем. Каст. Пятый ценос. Это хилы. Чё там у вас? Войд выноси. Четыре мы хила, да? Ну, не, в сале по КД стоят жрецы. Да нахуй вы жреца стоите. Мэтфок. Не, я говорю, я тарелкой в сале по КД держу. Я думал, наши присты стоят в сале от этих жрецов. А
Валов вынеси. Валов, выноси метку. Не люблю выносить. Блять. Там его залили уже. Да я ему все равно тарелку успел на прощание дать. Тарелка, блядь, твое любимое слово. Это коэффициент. А холи метнул так, что зубы повылетали, а ты дед Салей молчит. Нахуя фирить? Нахуя? А главное, зачем? Все это слоны. Ну найдите его. Боди вынос. Лингрен. А ты горел как? Керосонус. Коля, протопавый топ. Ты что, в Долоран побежал, Кирос? Мэтфок. Мардаун, давай гимн, стелс и... Ну, бидон, ну, тотем. Боди выноси. Еще в соляре можно было бы каст сбивать, вообще было бы... Пасифия. Надо еще посмотреть, может кого-то свичнуть там. А ЕК сидит. Смотрим. Войт выноси. Там 6% за фаз. На фазе Эволов подальше просто от босса держишься, чтобы он будет фирять периодически.
Не полет. Заломан. Что, перевели жреца, доигрываем. И потом вот. Протопалом даже как-то этот трэш попроще, быстрее умирает. Угу. Хули он себя захиливает иногда, блин, с протопала. Нихуя. Чё такое, ушел босс далеко? Страх. Чувствует, пизды сейчас получит, пошел тоже в доллар. И сейчас, как всегда, боссовый лут. Ну, нормально. Я хотел. Я сомневался. О, пояс хостовый. Если никому не надо, то на трансмог собрал. Чего? Да. Штаны. На трансмог нихуя ты. Их никто мастер не берет. Я думал, пояс на трансмог нихуя. Мастер Святос. Кому с вас нужнее? Че, Лёха, тебе пояс надо, да? Бля, я даже не знаю. Ну, можно, в принципе. Хукмастер, АДК, морг не нужен. Кольцами сыграть. Ну, Святосу закинул, как там, смотрите. Ну, если Святос будет в Т5 фуриком, то это охуенный пояс для него. Кому нужнее нити? Я на концу. Хостовой пояс Святос будешь брать? Ну, а Вилания по приору в жопе там. Я везде в жопе. Подожди, а почему? А, у тебя ГП много. Да? Подожди, а что у тебя? Я же Т5 залутал. А что у тебя? Ну, он же ж куски залутал. Ну, я же 3 куска за... но за 2 КД залутал. Че, мы, может, тут драконов побьем тогда? Ну, мы сейчас, да. Я так понимаю, Алара бьем. Ну, драконов сначала почистим, вот этих больших. Этот, Вилании давать Святос или что? Да, Вилании на это. Пояс этот не надо пока. Он же не хапал. Точнее, он наоборот мейн хапал, зачем ему... У него для Т5 как раз ТТГшный пойдет. Ему бы Валанир. Валанир. Или лучше. Нахуй тебе, говорю, этот пояс, отдай Святос. Тебе как раз для Т5 идет этот пояс ТТГшный. Ну, можно дать, если ему надо. Похуй. А, он отошел пока. Ну, повезло, получается, может не отдавать. Ну ты, в любом случае, ты же знаешь, что все равно, если что, можешь его распылить, если он тебе не нужен. А у меня нет распыла больше. Да. Не, может, кинуть я. Тогда удалить, ладно. А два зачем завели, блядь, и не убьют нас сейчас? Нужен. Иди, сейчас что-нибудь подумаем. Готов вступить в свой слот. Быстренько птицу ебанем желтую. 5. Какой фарм? Аек, блядь. За вчерашний, может, посмотри, он имеет. Посмотри видео, нахуй, сколько ты там был, нахуй. И в рекаунте сколько ты дамажил. Сколько ты там бил. Сколько отходил, блядь. Если увидишь, что час хотя бы был, блядь, я вести пойду. У нас своя система ЕПГП, блять. То, что написано на шмотке, цена ГП там. Это все хуйня, нахуй. Это вещи написали, нахуй. Я нормально придумал систему. Да, ну, по крайней мере... Так о чем мы выбежали? По крайней мере, мне так кажется, нахуй. Да, на остальное...
Да нахуй эти, блядь, то, что там написано, блядь. Стенки, все к стенке. Все к стенке. Сейчас, бля, Алар наебнет нас, смотрите. Сказал же, блядь, все к стенке. Ну что там, в угол встаем? Не бьют, получается. Ну почему я бью, нахуй? Я вот до него не достану, до Алара. Ну я без звездопада бью на всех. Вот он сейчас подлетит посмотреть, что тут. Ну, я понял. И звездопад ваш. Одним взглядом, ну так. Глазом. Что тут происходит? А что, можно одним вывести? Одним глазком, а ему звезда туда, ему. Ёбаный, и все пизда, блядь. Ладно, другого восстану. Ну такой хуяк сюда метил. Нихуя! У нас топ ханты в рейде, вы смотрите, у всех по 2-5. Да, только они в 4-4, я так понял. Нахуй занерфили, блядь. Которые в сумке лежат. Еще, зато, блядь, осталось прогресса немножко, всего два куска выбить вам еще. За 2-5, которые в сумке лежат? А где еще один? Третий или четвертый. А сейчас будет, ебать. Череп постоянно. Давай внизу и блин. А вон он. Не, 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 там Лёша, он уже ведет. Да спрыгивай, надо. Наверное, пусть спускается. Срыгивай. Да, да, вниз. Срыгивай, ёба. Это не срыгивание, это какая-то хуйня, как будто, блядь, член придавили, ебать. Или яйца. Это я. Бля, смотри, какой культурный по ступеням пойдет. Мы бы вообще, блядь, культурологию изучают тут вока крепости бурь, блядь. Ловите, он спускается. Кель, видать, учил их. Что-то мы нихуя бесстрашные, раньше нихуя не били тут эту хуйню. Да не, он не запулится, наверное. Если, блядь, не подойти в ренджу. О, нихуя. Мобы идут еще. А, это совы? Спасибо. Ну хорошо, хоть не босс, нахуй, который шотует висеть. Скажи спасибо, блядь. А, половину, спасибо. Ну вот видишь. Получается, спасибо. Культурный, нахуй. Как это. Как мобы в этом инсте. Как он там соколиный. Сокольничьей крепости, них, а? Соколики в моей. Опа! Вот это дай мне. Шо там? Дай лутера. А, ну-ка. А что там такое? Урунка? А что там такое? А что там? А что там, а такое? Там такое? А что там такое? А что там? А давай тоже посмотреть не хочу. Видел. А ну скажи. Так. Да не скажешь, я обижусь. Скажи, что там. Не что там ебанулся. Хаваем. Жестко. Рецепт чего? Ну-ка сюда, нахуй. Критическая... Что это такое? Все. Все. Забудь. Критическая вероятность 2% и чего? И это зелье дикой магии, только... дешевая. Опа, надо. Ну, с одной это... на аукционе так. Кошмарник пусто. Надо паролить. Я уже завязал. Куда ты завязал? Бля, у тебя ГПМ, но... ГП в натуре. У тебя мастер зелье есть, который, ну, крафтит по две бутылки, по три там. У меня есть, нахуй. Я понял, блять. У меня есть. Вот видишь, надо было пацанам прокачанным давать. Ну чё там, кто в танка? Мораль давай. И кто еще был у нас? Кто был? Уже а, в танке. А, ну и Лингрен еще, и все, есть танки. Так, отойду на минуту поставить. Мораль, Лингрен. Да. Так, друидов у нас 5 штук, это маловато, блять. Если что, короче. В принципе, должны ебануть. Дайте фласку, пожалуйста, алкашному, у кого есть СПДшник. Он бичара в рейде завелся. Да, блядь, купить забыл. Можешь кинуть обмен мне, я тебе дам. Ты репу не набил еще? Не. Ого! Не, ну на. А это отмени, убери, это не мои, это гильдейский. Понял. Нихуя, пусть платят, ёбану. Тебе так. Раз в неделю 500... скидывают, блядь. 500... 4 штуки, блин, с лохматого какого-то года еще лежат до сих пор. 500 голды банка, ёбану. Чего нахуй, это дороже, чем науки, пошел ты в жопу, блядь. Вот так вот так. Наука еще лететь надо. Это сделано с любовью, да, собственными руками. Эволов-то тактику, знаешь?
Да хули там, блядь, это. Вот, хули Дринкс с Эвилашей на последней фазе, когда Феникс на полу будет. Будет танчить его, и тебе самое главное их двоих не уронить. Еще остальное похуй. На последней фазе лужи будут, в них не стой. Да, на полу лужи с них выходишь и все. Ну и Фениксы, и... когда умирают маленькие, они откидывают, за них тоже не стой. Близко, но тоже к ним не стой, да. И все. На себя метку сразу ставь, Слава. Будешь Слава, ходить. Я в журнале финансов для тебя ребус оставил. Это что такое? Ну вот, на Гильдбанк нажимаешь, там журнал финансов, там для тебя ребус. Ну-ка. Так, журнал финансов. Урге кладет на счет. Одна медная. А как понять? Не-не-не, там сверху ребус. Вот сверху ребус. Я вверху и смотрю. 50, 51, 14. О, пиздец, завис нахуй. Не разгадывается. Мардаун ты войд, блять. А чё за ребус, я хуй знаю. Мардаун. И чё это значит? Ой, ебать. И хуя себе ребус, ебать. Да ну нахуй, реально что ли? Ебануться, да. Где ж, сука, лучше лазить, а? Ты ещё скажи... Должны справиться. Ты ещё... Ты еще скажи, что такое 8-8, нах. 1-4-8-8? Не, 1-4 мне похуй, вот 1-8-8, что такое. Мурлокос на замене. Че мы будем еще? Он Мурлокос есть и АЕК есть. Пусть чилят нахуй, сейчас на Келя Мурлокоса возьмем. Ну и АЕКа надо. Ну КД же нету, надеюсь. Мурлокос ты в Диси там нет? На Келе Мурлокоса точно. На Келе точно возьмем его, потому что и там и дамагер сильный. Слабенько какой-нибудь с вишнем. Морда пришел? Мораль тоже с вишнем. Миликова берем. АЕК, не знаю, неаполитан, если там ничего не заберет. Ни Т5, ни куски какие-то, ни шмот. АЕКа тоже взять. Может побольше даст. Не ему. Заберет. Не знаю, я. АЕК больше лема дает это. Он что-нибудь говорил, писал, блядь. Не знаю, нах. Дед, он в хиле или что? Да сейчас не надо будет на первую фазу нихуя. Морда, говорю, отсутствует. Еще им 5 минут АФК срочно, блять. Вот только-только написано. Заебал нахуй. Похую, давай пулять нахуй. Сдохни ты, в рот ты выебать, блять. У нас 3 хила тогда будет. Давай спекнем, не люблю тогда нахуй. Обратно. ДЦ тут лучше, чем хорлик. Чтобы если этот бич не придет, блять, мы чтобы добили босса, нахуй его ждать. Ему минус в сотку в ебу и все нахуй. Сколько ты говоришь там ГП тебе закинуть? Не люблю. Так, читаем. 1 миллион ГП, да? Да, да. Жри там рыбу, еду какую-то. Пулять будем, а то мы нахуй, у нас нету столько времени, блять. Я ему тоже Бич стоит там в центре на пляж. Все, давай, короче, этот самый пуляйте по готовности. На next круге ловлю его. Что это хуйня нах. Где он, ебаный? Он вообще летает, а вот он. Смотри, ДКшные бичи вниз побежали. Они тут же жопу ищут. Они дурные, нахуй. Жопу птицы ищут, не могут найти. Ой, кринж, нахуй. Под крыльями спряталась. Бля. Мне кажется, ДКшников летающими сделать надо бурдалаком. С крыльями, да? Каких-нибудь костяных грифонов, нахуй. 5 секунд платформы. Олете. А, еще Эволов, на второй фазе, когда скажут сбежаться, сбегаешься в звездочку. В уголе, да? Будет метеор, сбежались, он падает и сразу разбегайся от того места.
Вниз спрыгнули быстро. Где он там? Ой, блять. Подстраховка сразу. В какую сторону летит? А его замедлили. Его впереди замедлили. Это хорошо. А налево. Это хорошо. Он пиздец сейчас медленно летел, нахуй. Это замечательно. А кто замедлил? Не знаю, походу по механике сделали. Угу. Пиздец медленно летел. Я уже наверх на самый залез, блядь, и стоял уже до. Прыгнули. Какой же уебищный босс? Ну, меньше с мобами ебаться, так хоть проще босса задамажить. Проще с мужиками ебаться, реально. Это уже на вкус и цвет, но. Каждому свое. Налево. Ну, глянь, он медленно летает, пиздец. Не, ну это ж хорошо, блядь, чтоб танки успевали. Не то пуги нахуй вайпались на нем нахуй. Пуги закрывали еще раньше, чем так, говоришь, я понял. Как будто мы на нем из-за этого. Ну, по факту. Ну проще стало, чё, заебись. А ICQ меньше надо. Приходишь с работы, пиво выпил и убиваешь. Ну. Все для тебя, Слава. Все для да, тебя. Чисто, блядь. А ты говоришь, скоро его ланир из кабанчиков падает. Блять, быстрее бы Опять пиздец он заебал. Ну да, что-то подкрутили хуйню какую-то нахуй. Я обещаю на ларе. Милики вообще чилят нахуй. Милики учатся прыжкам нахуй. Просто топ милик консилятор нахуй. Это он дамажит диком смерти. Право. На другую сторону, ебаш. Я прикинь, миликом сколько бежать. Там охуенно сова, оса там летает, пиздит я его. Видите такое, блядь, он пасечник. Опмастер, блядь, ты не пробовал ой, побить? А, у тебя кто? Мотылёк? Не, волк. Ауф! Он жопу находит? Безумно нет, можно он быть бафает, это похуй, он может не видеть. Нет, нет. А, у него аура, да, на ап? Он кричит. Воет, блядь. Чё, чё он куда летит? Вниз. А вверх летит. Да ебал. Ну пиздец, после каждой платформы теперь будет такая хуйня. Да чё-то бред какой-то вообще. Ебанина. Да ладно, похуй. Петуха бустон. Так это ж нормально. Да не, блядь, хоть бы кружок бы дал. Это дрочь. Мне нравилось на X2, когда было, там он стабильно вот давал круг 4 платформы и только потом взлетал. А потом рандом включили, блядь, и стала хуйня. Ну тут, конечно, закручено, блядь, сильно. Антимиликовский босс, ну. Милихи не нужны? Моча, да. Лингрен там чилит, не застоит. Тарелками кидает. Сука, нихуя. Танки в ахуе, блядь, бегают по арене, как хуй знает кто. Хуй тебя знает где, блядь. Ну а чё за хуйня, где мобы, да? Мелких нет, блядь. Мелкий вон идёт. ДДшники, готовьтесь. Кстати, как там мелкого одного, ну там, или двух. Оставьте на вторую фазу. Чё, можно уже этого оставлять, или чё? Там возьми нет, на ещё рано, ещё рано это. Тогда бьём это. Следующий как оставляете. Если он нахуй ещё, если он полетит на платформу. Ну да, да. Сейчас мы этого ебанем, и он, блядь, взлетит нахуй опять. Да. Залетает, пидор. Все, следующих не убивайте. Столите следующих нахуй. Не будет, следующих походу не будет. Бля, ебать лагает. Ну, кстати, так, это взлетает. Берсерк 5 секунд. Нихуя. Ну все получается, пайп, ГЦ. Падаем, я блин, заново нахуй. Прыгаем вниз, ну. Ты, блядь, смотри, сейчас люди реально возьмут.
Так, милики спрыгнули. Милики, спрыгивайте уже. Да все понимают, что это шутка. Да рано ты говоришь. Не, могут побить еще, конечно. Там РДД добьют. Я тебя не вижу. Блин, в смысле добьют? Костя, как-нибудь еще. А что, Костю захилит кто-нибудь, алло, нахуй? Я его не вижу, я его не вижу. Встань на край, блядь, жопой, ёбаный урод, сейчас сдохнешь, нахуй. Я из центра, выйдите. Мне интересно, он заэвейдился или нет? Костя сейчас умрёт, ну бабл жми, ну ёбаный урод. Так, спецзадание. Керус побежал его резать, быстренько, спецзадание, быстренько побежал туда. Наверх. Звезду поставь на себе, старый. Юля, если дебаф повешается на тебя, на себя сразу не запускай, давай. Че не зыпку, пусть другой танк заберет. Че, резнули, все. Каску лапы приступаем. Стаки не накапливайте, милики. Свято. Ну ты двигайся, ты звезда. Свято с 6 стаков. Свято с 6 стаков. Не накапливай лужи, смотри, а то не обновляется, блять, урон от огня будет большой. Вот бомба. Как только летит, сразу бежим вперед. Призан вставалку, захильте призана. Там смотрите, у меня пока ревностный еще. Все 5 хилов, хулидринка, и Юлю не уроните. Там же можно отводить, наверное, этих. Да, отводите, не убейте их. Их после появления будем убивать. Этот, Эволови, выйди с лужи, Не убейте его, блин. А, Лингрена подхильте. Так, мелких не бьем, Сведите их туда. И в звезду все. Вперед бежим, бежим за звездой, вперед, вот так. Сметер будет падать. А все, блин, а там нормально. Все, РДД мелких добиваем. Лингера прохил. Ну танки забирайте, сука, мобов-то. Ну что это за хуйня? На бидона идет моб. На мне мелкий. Если я его подведу, 500 тысяч, вы его зальете. Пасифе, притворись. Вы добейте его? Ты убегаешь от нас. Это, давайте, может, как-то начнем понимание какое-то приобретать, блять. Во-первых... А где мне бегать еще? Я у стены должен... Во-первых, с мобов сначала надо забрать. Заберите мобов. У нас мобы... появляются. И Костя, почему ты Лингрен, их не забираешь? Забери с меня моба. Да я, блядь, не могу всех сразу забирать. Потому что никто не забирал. Я и блядь, я воеваю, блядь. Это пиздец. Мораль мертвый. Рави, стресай мораль. Я, короче, Мэдфокса резну. Где, блядь, звезда вообще? Пока не вставай, нахуй. Да в очке, блядь, звезда. Нахуя вы в меня бежите, блядь? Потому что на тебе метка. Сука. Тотем упал. Охуй. Мэдфокс, что-нибудь. Мэдфокс и Эволови резай. На нахуй. Хорош, молодцы. Чё-то я хуй знает, вы... Я их повёл. Какую-то хуйню исполняете, блять. Подожди. Лингрен, ты видел вы... где рейд? Подожди, зачем вы назад ушли? Это не он виноват. Лингрен. Это не он виноват. Вадикон БР и Лингрен. Я проходил, по-моему. А, там и ладно, ладно, падайте нахуй заново. Сейчас будем учиться нахуй. Вы какую-то залупу исполняете. Во-первых, блядь, мобы, которые... Вот метеор босса упал из-под босса, из-под его крыльев, нахуй. Просто в 2 метрах от босса выходит 2 моба. Вы все на них положили хуй. Лингрен за них не отвечает. Он держит мобов от слоу хп, блядь. РДДшники подходят, блядь, и подбивают их. Добивают, когда босс приземлился в метеоре. Мобы с метеора по итогу... Ну хуй с ним, мораль лежит, Юля с хулидринком 0 эмоций, нахуй. Эти мобы ходят, убивают одного, второго, третьего, нахуй. Как дела у вас? Может мне потанчить, спекнуться, блядь? Первая задача — забрать на себя 2 новых мобов, блядь. Слава вообще-то забирает второй танк, который танчит. Я еще раз скажу, блядь, мораль сдох, нахуй. Эта задача не его, не Лингрена, а вас двоих. Вы танчите босса, даете АУЕ рядом с боссом на 2 этих новых мобов, блядь. И с вас уже их забирают, и вы их держите, пока в милизоне их бьют, кливают. Потом только с вас забирают их. И насчет бегания, нахуй. Кто там заебал, нахуй? Я тебя заебу, блядь.
Трэш, смотри, мы заберем только на одном метка, блядь, висит, а на втором босс. Да и похуй, метка, босс, блядь. Я еще раз говорю, надо дать АУЕ, чтоб мобы пошли на вас, блядь. Похуй, метка, не метка, блядь. Если они будут шотать 3 человека, нахуй, за 5 секунд, я тут вообще можно просто не идти в этот рейд. Или танков, может, не хватает, блядь. Может, мне спекнуться, я говорю. Позабирать, блядь, под боссом. Что, не видно, где метеор упал, там босс вылазит. Через 2 секунды, как он начал двигаться, там вылазит мобы, нахуй. Че, нельзя туда посмотреть? И как вы бегаете? Давайте, после, если на мобах найти... Только начнем с того, что босс в одной стороне, а ты съебался в ебеня нахуй. И метеор в вас прилетел. И мне через всю арену бежать. И как вы бегаете? Этот Лингрен подошел к стене, ты босса ведешь по кругу. Ты босса веди только тогда, когда на танке лужа. Если на миликах лужа, блядь, они просто на другое крыло перебегают, блядь. В двух крыльях лужа, блядь, хвост бьете, блядь. РДД, блядь, занимают, нахуй, вот, центральную позицию. Вот, центральную, либо самый большой круг, вот этот, крайний, блядь. Что вы, сука, как стадо хуйни какой-то бегаете, блядь. Либо вот здесь вот бегаете и преследуете танка, который с этим, как он называется, с мобами недобитыми бьете. И поворачиваетесь, моба бьете. Либо в центре бьете. В центре лужа появилась, блядь, вышли с лужи. Есть заломаночка. Ну это он там и орал, что-то прозаебали, сейчас он кого-то отпиздит там, наверное. В грудину пропишет. Отхуярит кого-то. Без вопросов просто. Ты кого там пиздил? Лист бахать. Собаку нахуй. А, нихуя. Осуждаю. Не люблю, давай, наверное, в этого. Лучше бы ты там человека насмерть забил, ё-моё, да? ШП. Чё за хуйня, Гоша, ты подошёл на трай или нет, нахуй? Был он вообще? Ты ебал под окном гавкать, нахуй. Тварь, кинь, блядь, в него, блядь, консервной банкой. В Гошу? Да не в Гошу, нахуй. Не люблю, ты спекнул. Йо, вообще в Дисе, по-моему, нету мародаунта. Полик. Не люблю, ты тут, блядь, вообще в Дисе, нет? Тебя, блядь, тебе обращается, блядь, Хулидринг, ты где, блядь? Он в Дисе, нет? Он сидит в хиле? Да, в Дисе. Ну, и не спекается нихуя. Пусть ШП спекает. ШП, ну, хорошо. Пиздец. Ты отходил, нет, что ли? Нет, я просто оффил, потому что был какой-то бесполезный флут. Ну, блядь, бесполезный. Нихуя ты, блядь, умный, блядь. Но он был бесполезный, потому что это было непрохи. Я не знаю, что вы говорили. Ладно. Ты даже не знаешь, о чем говорили, блядь. Ну, я посидел, послушал, что во всем виноваты танки, и вышел. Танки там не виноваты, блядь. Там виноваты, блядь, челики, блядь, которые в лужах стоят. И под боссом. Танки не виноваты. Виноваты те, которые ими управляют. Ну да. Так, все готовы. Next круге пуля. Мастер, спрыгни. О, все, загорел. Мелкая игра. Не спрыгнули. Мелики по мелкому играть.
броню. Не прохиливает. Чё там, блядь? Ко мне летит. Мелко бьем. Прыгнули. Бля, ебать лагает, когда он взлетает, это пиздец. Ну ты каждый трай это будешь, что ли, говорить, блять, у всех. Да я не могу, у меня это вообще пиздец. Налево. У меня тоже не 120, а 26 становится, что сделаешь. Я себе, блядь. Мне комп свой пришли по почте, да. За 120. Хотя да, хули жаловаться. Хули, конечно, с двумя кадрами. Да тебе больше не надо. Один нет, кадр нет. На воду, второй на прыгнули. Заебил, он заебал. Ты просто пизда. Че, куда они тут? Заправо. Как же милики чилят, блядь. Угу. Побегушкин босс, блин. Лёха снизу он тарелку кидает. Угу. Лёха нарпал тоже. Короче, моба оставляйте, не убивайте. До ОУП там доведите. Ты тоже своего рода РДД, да? Ну конечно. Не, и сам своего рода РДД, да, блядь? Как этот ебаный, блядь. Тип-то, который, блядь, в Человеке-пауке играл. Дэниел, моба чуть фор, подбить. Забись, актер. До половины и не убивать. Я его Дэниэль называю, а не Дэниел. Дэниэль из такси? Дэниэль звучит получше, мне кажется. Да и где-то я или я слышал где-то, блять, когда я его перечислил. И второго тоже обдутайте сейчас. Что-то там. Спрыгивайте. Великий, спрыгать. От центра отходим. Полетел. Призон.
наверху аж где-то, хуй знает где. Сейчас мобов сначала РДД доигрываем. Фул РДД мобов. Быстрее, быстрее, быстрее. Юля, ты... Чё за признак? Мэтфокс, Мэтфокс. Проведите трэш. Лёха, он где, наверху что ли? Да, наверху вон. Керус, побежишь туда. Служи. А, внизу? Пойдем. Внизу справа он где-то. Короче, Керус, иди резай. Так, взлетел в звезду все. Только звезда, хорош там в луже купаться. Только по лужам не бегать, я в луже не стою. Бич. Ты между ними. Все, бежим. Нормально, успели отбежать. А что будет, сдох? Вот под боссом. Под боссом мы бы его вот забрали. Вот Фокс резай будет. Проводи. Чё, пол хпшного выводите. Выводите. Мораль забери. Мораль забери его. Да, пойду. Я не того, блядь, забрал. Выводите к стенке. Ты чуть-чуть неправильно делаешь, надо талого забирать. Не слейте только, сука, их, не слейте, ёбаный рот, нахуй. Почему его бьют, нахуй, вон того лохпшного? Да, сейчас можно еще, он не взлетит. Потому что, да, он что... сейчас исчезнет, блять, он хп... Он хп не отнимет, нахуй. Не добейте, не добейте. Хули не бейте, блять, спасибо, нахуй, нихуя себе, блять. Не бейте, нахуй. Берите осу от него, ёбаный сыр. Бежим. Вот добить. Теперь добивайте. Ну куда теперь добивать? Ну что ты говоришь? Он приземлился, вообще-то добивай. Ну у тебя люди полетели в его сторону. Да тихо нахуй. Блядь, у хпшного добиваем нахуй. Выведи, выведи. У меня политан, вставалка есть? Чё, босса играем? Ровист, неаполитан нарезай. Ёва, что нет, отводите мобов, но половине хп уже, нехуй. Отводите их нахуй отсюда. На взлетке доведем сколько надо. Проводи, Юль, дальше. И босса в основном играем. Ебать. Ебать, он заебал. Так, не бейте мобов. Там все собрали звезду. Бежим вперед, не тёр, чтобы не попал по нам. А чего уголь летает там? Че, по углю близко. Играем. Вы в звезде бегаете, когда метеор летит с воздуха, нужно в движении находиться, чтобы он нас не откинул. И тогда не будет откидывать весь рейд. Мелких добиваем. Все, босса играем. Юлю поднимите. А, или мораль. И вот это, блядь, не находитесь там 50 метров, он чаржится, блядь. Вон чё, там сзади на противоположной стороне бегает. Забирайте мобов. Да, блядь, далеко бегать. 30 метров от босса будьте. Вводите мобов там, затопады сейчас захуярят нормально. Пиздец. Так, мобов не убить. Топнули по мобам. Собрались, вот секунду постояли и начинаем бежать вперед. Потому что шар этот прилетит, и мы с него уже успеем выбежать. Вот, видите, выбежали. Вот его откинуло, ну долго, долго бегут, хуёво бегут. Все, лоу хпшных РДД доигрываем. Пиздец. Юля, забирай. Захиливайте. Ёбаный ворот. Бодикон, я к воротам отлетел там. Подбеги резни. Так, Керус, Войт и Вадикон и Иннер в бидоны закиньте потом. Закинул. Мэтт Фокс, Травис там, давайте Мардаунта. Мобов не трогаем. Когда да, уже будет, когда будет приземляться, уже добьем. Вот стали, звезду. Брали, забери второго тоже. И побежали теперь вперед. Бежим нахуй, как второго. В комнате. Бежим. Вот сейчас шар этот Мораль. Падает. Видите, нормально. Ингрена, забери второго, говорю. Да похуй, блядь, сдохнешь, ничего страшного.
Ебать. Вверх, поднимай. Я поднимаю, нахуй. Я вот про что хотел сказать. Хилы, вы там дрочите, что ли, блядь? Бьем мелких. И босс. Лапку, играем. Каску при собак дайте. Лапку я дал. Остальное там дадите. Слушай, выходим, самое главное. Этот мордаунт, стаки не мордаунт, 8, сука, выйди служи нахуй. Сейчас этот, давай стелси тотем. Не люблю на ману. Сбегаемся. Дочитаешь, дочитаешь, сбежишься. И начнем бежать вон в сторону мобов. Бежали, все, побежали. Метеор сверху летит. Бежим, бежим, бежим. Все нормально. И отходим оттуда, потому что босс из-под него мобы выходят. И лох хпшник бьем дальше. Бидон, больше по танкам работаем. Юля, заб... Стелси тоже волной больше работаем. Все, по боссу играем. Прохили. Успеет, походу, взлететь еще раз. Надо бить просто. Ну, приземлиться да добьем и все. Успеет, не успеет, не знаю. Успел. Только через лужи не бегите. Нахуй вы прям через лужи прыгаете, блядь, вообще не понимаете нихуя. Вот собрались и побежали вперед. Вот метеор падает, прожмитесь. Сейф какой-то, все нормально. Ну и все, и босса добиваем. Там миллион. Кобач. О, Керус ГЦ. Керус забирает. Пиздаты на кататрине. Это в Т5. Ну, все равно. А, что у меня? Такс. А я кроме Керуса... Ну, только хосту дает, да? Так, ты закинь этого котенка, я пока разрулю. Там РП. Кроме Керуса она никому РП не нужна. РП-то да, но там хоста. Ну, воины, наверное, в Т5 тоже ее берут, нет? Да, да. Или что-то получше есть. Там что-то с хостой переделали, я видел в Т5. Ну, курики только в Т5. Ну, потихоньку там моба пока бьем. Че тут крит хаст? Хуевое кольцо, да, вот это? Самое плохое в этой игре. На распыл. Самое боссовое, да? Да нет, заебись, почему? Тихо, ну, пусть вы думаешь, это херовое кольцо. А-а-а. Подожди. Роль тикать. Понимаю. Блять, ролл пиздец, прям. Вентилятор вин. Бежим.